Всем привет, и я хочу вас познакомить. I'd like to introduce you the materials that we will use for Art Marathon Autumn Gold. Our first lesson will be the training of right brain painting. Please prepare. Three or four watercolor paints sheets of A5 format. Или три, или четыре. Я посмотрю, как у нас пойдет, и просто заранее точно сказать никогда не могу. Вот таких вот заготовьте на всякий случай четыре штучки. Для того, чтобы it is more convenient to view the finished work in an A5 format frame. Рамочка, формат тоже опять. Свой вот этот маленький листочек я креплю. We need cardboard, A4 format sheet, and paper clip to fix our sheet. Вот этот листочек. Вот именно то, на чем мы будем рисовать. Тот лист, который вы видите у меня А4, это просто вспомогательный, такой, который мы потом можем просто выбросить. Он нам может даже не понадобиться. По кисточкам. Prepare the large, medium traditional brushes, a round brush, and thin liner brush. Капроновая кисточка. И плюс вот такая тоненькая кисточка лайнер, которая, вот как вы видите, имеет очень тонкий такой хвостик и длиннее любой обычной кисти. Вот эти кисточки нам понадобятся. Касательно красок. About paints. Предпочитаю I use simple gouache or acrylic paints. Contains 12 colors. Light yellow, green, white, red, dark blue, black, ruby, ochre, light blue, brown, emerald green, green, dark yellow. И самое главное то, что все те цвета, которые есть в стандартном наборе 12 цветов, они природные, естественные, такие, которые мы всегда можем использовать в своей работе. Конечно, можно пользоваться и любыми другими, это и гамма, и мастер-класс, но мастер-класс, к примеру, имеет довольно-таки высокую стоимость, а то, как мы относимся к нашим краскам, когда создаем правополушарные, допустим, работы, то дорогих красок мне иногда становится, вот честно признаться, даже жалко. Так, дальше. Нам нужно гуашь белую чуть больше, но не обязательно. Please prepare spare volume of white color paint. Вот такая баночка, да, вот вы видите 225 миллилитров, вот здесь у меня 500 миллилитров. Но если даже вы приобретете объем чуть больше, чем вот эта емкость, здесь у меня 15 миллилитров, бывает продаются 20-миллилитровые, то этого, в принципе, тоже вам для марафона вполне будет достаточно. Просто с запасом чуть больше нужна всегда белая краска. Тарелочка у меня будет выполнять функцию импровизированной такой палитры. Also we need palette, салфетки. Вот dry and wet wipes for brush cleaning. И влажные салфетки. Сразу же покажу, как я заготовочку делаю по сухим салфеткам. Когда они у нас сложены во много раз, то руки у нас остаются, в общем-то, вполне чистые. Ну, естественно, в творчестве нельзя стремиться к идеальному сохранению чистоты, такого не бывает и не нужно этого делать. Но, тем не менее, когда мы вытираем кисточку о сложенную во много раз салфетку, то руки в целом у нас остаются довольно-таки чистыми, а салфетка, ну, только вот в центре оказывается запачкана. Дети иногда вот таким вот образом пользуются салфетками, кладут прямо к себе на стол рядом и вытирают. Во-первых, у них ничего не вытирается, во-вторых, всегда грязное все вокруг, и руки тоже, поэтому привыкайте делать так. Сложенную несколько раз салфетку мы вытираем кисточку, а вытирать мы будем с вами кисточки. Также у меня есть спрей, это обычная вода, обычный брызгалка, лист, если есть необходимость. Также у меня есть
a container with water for washing brushes. Помыть кисточку или увлажнить листочек, или еще какие-то моменты бывают, когда эта водичка нам очень нужна. Для следующих уроков, and for the next lessons, we will need masking tape and some painting sheets in any convenient formats. Нам понадобится с вами лист формат А4 или А3, вы выбираете сами любой формат, какой вам удобен, тот вы и берете. А закреплять на рабочей поверхности мы будем с помощью малярного скотча. Вот здесь вы видите у меня малярный скотч, называется Ermac, один из простейших, и в принципе он ведет себя очень неплохо, не сильно сцепляет и дает возможность отклеить дальше его от работы, не повреждая ее. Ну, наверное, на этом все. Давайте мы сейчас с вами уже можем переходить к уроку. И я надеюсь, что вы готовы. И до встречи на уроке. Всем пока. Let's begin our lesson. Итак, всем привет. Good day, everyone. Training of right brain painting will be useful both for opening the drawing studio and for the personal drawing training. Чтобы легче было начинать, всегда эти занятия очень-очень нам помогают. Ну, у нас сегодня... Today we will have the autumn theme. По инструментам, материалам, полагаю, что вы уже... I have already introduced you the brushes we need. Кисточки. Вы видите, что у меня 4 кисточки. Одна кисточка тоненькая, лайнер, please pay attention to the thinnest liner brush, painting the thinnest lines. Конечно, желательно, чтобы она была. Можно в крайнем случае сделать из какой-то обычной кисточки, просто отрезать лишние волосочки. Если у вас есть ненужная кисточка, то вы можете сделать ее сами. Единственное, она не будет, наверное, такой длинненькой. Ну, а вообще, эту кисточку можно купить как в художественных магазинах, так, в общем-то, она подобная кисточка бывает и в маникюрных магазинах. Очень длинный волосок у нее, и в принципе она тоже очень нам помогает и подходит. Итак, как я говорила, у нас закрепленная такая конструкция. Рисовать мы будем на центральном вот этом листочке, и давайте будем сразу же начинать. Начинаем с того, что увлажняем наш лист. First we need to wet the sheet. Прохожусь по этому листочку. Много лить не нужно, нужно просто его увлажнить, сделать его влажным. Теперь мы берем с вами большую кисточку. Then we take the large brush. Не надо делать каких-то. And cover the sheet by white paint in a horizontal way. Я буду даже показывать и говорить, в какой момент мы это делаем. А во всех остальных случаях мы с вами будем вытирать нашу кисточку салфеткой. И вот посмотрите, мы берем белую краску, не жалея, много берем, чтобы у нас вся кисточка была в краске, но не нужно брать краску на вот эту жесткую часть. Иногда детишки именно так и делают, они заныривают в баночку вот прямо по это место. Этого делать не нужно, нужно брать только на щетинку. Ну, причем мы это делаем смело, растягиваем сразу же из стороны в сторону всю нашу краску. И не боимся выходить за края. У нас для этой цели как раз и лежит ниже слоем тот листочек, который у нас и выполняет функцию помощника, поэтому не бойтесь выходить за пределы. Так, что же у нас будет дальше? Дальше. Мы с вами берем желтый. Take the yellow paint and put the dots in vertical direction. Видите, по центральной части, в вертикальном направлении я наставляю желтых точек. Далее кисточку. Then wipe the brush and make same
dots by green color on the right of the sheet. И опять можно кисточку протереть хорошенько и положить где-то рядом с собой на стол. А вот сейчас мы берем большую нашу кисть и на нее... Now we are mixing the colors vertically by large brush with white color. Горизонтально, но я растяжечку делаю по вертикали. Видите, из стороны в сторону, снизу вверх, здесь у нас происходит соединение желтого с зеленым, и дальше мы продолжаем уже зеленым цветом этот путь, можно куда-то и зелененьким занырнуть. Вот такой фон у нас с вами первый получился. И этот первый фон я... You can use your finger for mixing. Можно растянуть то, что здесь у нас пятно осталось пустое. Я прям можно это делать прямо пальчиком. Не бойтесь никогда порисовать пальчиками. Я понимаю, некоторые начинают говорить: ой-ой-ой, у меня маникюр, как же я буду делать это руками. Ну, знаете, честно говоря, гуашь, почему мы гуашью работаем? Потому что она очень легко оттирается и отмывается, и поэтому не переживайте. И от стола отмоется, и от рук отмоется. Please set aside our first sheet. Посмотреть вместе с вами, что же у нас уже будет получаться и на что это будет похоже. Вот сейчас пока сложно определить, учитывая, что у нас осенняя тема, а сюжет вот сейчас пока фон, такое впечатление. Как at the first sight, you can see the picture of spring. Согласитесь, что but you will see how it can be transformed into autumn. Вот это все солнечное, теплое дает именно ощущение наоборот не осени, а весны. Но тем не менее, это будет у нас осень, и чуть позже вы увидите, как мы эту работу, точнее этот фон, трансформируем именно в тот сюжет, который я запланировала для вас. Пока вы не знаете, что мы будем рисовать, и это, кстати, к лучшему, потому что тренинг про гуашарного рисования всегда в этом заключается, что есть такой элемент таинственности, секрета и сюрприза. И следующим сразу же... Now you don't know what picture we will have. It will be surprise for you. Его ставлю под скрепочку. Кисточку, большую кисточку. Кстати, бабочка получилась. Кисточку я вытираю. Please wipe the brush. Хотелось бы получить довольно-таки светлый тон. И опять мы начинаем. And так, wet как the next обычно, sheet. Только я иногда забываю об этом. Что нам нужно сделать? Нам нужно увлажнить наш листочек. И я беру просто воду на руку и увлажняю. А вот сейчас уже можно поработать большой кисточкой. Cover the sheet by white color as the previous one. Видите, зеленый оттенок пошел, но это не пугайтесь, это не страшно. Наоборот, когда у нас есть история и на фоне появляются элементы предыдущего фона, каждый новый фон от этого становится... Don't afraid of mixing paints from previous drawing. Так, а сейчас мы опять с вами берем среднюю кисточку. И сначала я беру синий цвет. И синий put the dots in blue color all over the sheet by the middle brush. Then wipe the brush, take large brush. Большую кисточку мы опять с вами берем белый цвет. Довольно-таки много, смело. И давайте поехали. Что нам с вами нужно? Откуда бы нам начать? А давайте выберем уголок. Take light. Выберу
white color on it, and draw a picture of a snail in the way you can see on the screen. Don't stop. Причем эту улитку лучше накручивать, не отрывая кисточку от листа. Стараемся тянуть, если нужно ее помочь повернуть. Видите, я прямо вторую руку подключаю, я ее подкручиваю, эту кисточку. И вот таким же образом я продолжаю. И вот смотрите, круг фактически у нас больше, вот весь цельный круг должен получиться больше, потому что у нас же вот еще справа осталась незакрашенная часть. И для того, чтобы нам finish your picture, including all the sides of your sheet. Правильно, мы просто берем и полу вот такими дугами продолжаем движение по своему листочку. И смотрите еще какая у нас сейчас история. Я опять вытираю кисточку и беру темно-синий цвет. И вот темно-синим цветом как раз сейчас я сделаю повторные движения. Please cover the painted corners in dark blue. Но не по всей работе, а именно по тем местам, которые мы с вами только что докрашивали. Круг остался кругом. А вот те уголочки, которые мы прошли с вами отдельно, докрашивая уже не отрывая кисточку, а именно когда мы отдельно делали вот эти полосочки, мы повторно по ним проходимся только уже темненьким вот этим цветом. И у нас получается такой интересный, необычный фон. И можно его открепить. И здесь так же, как и в первом фоне, чтобы темной кисточкой не заныривать, я беру и просто пальцем сглаживаю вот эти вот, вот это место, которое было под скрепочкой. Then remove the sheet and finish painting of the sheet head by your finger. Точно так же этот фон мы можем с вами сразу посмотреть в рамочке. Как же он у нас будет выглядеть? Look at the picture using the frame. Вот такой вот получился интересный фон. И пока у нас тоже с вами секрет, что же дальше с этим фоном мы будем предпринимать. Так, убираю все в сторону. It is the secret for you how we will use this picture. Proceeding to the third sheet. Три или четыре, но будет у нас три рисунка маленьких. А те, которые были в анонсе, естественно, те четыре рисунка, мы их по отдельности. На одном уроке будет одна работа. Только на сегодняшнем нашем занятии у нас работа будет три. Итак, у нас с вами третья основа для нашей фантазии, для нашего творчества. И вот сейчас мы будем вот что делать. Ну, во-первых, фон, точнее, этот листочек можно увлажнить. Можно это делать так же, как и до этого я вам показывала. Можно сделать вот таким образом, побрызгать. Please wet the sheet. Я беру большую кисточку. И полностью сразу. Then we are covering the sheet with white color. Вот этот лист. Причем совершенно не пугаясь, что. Don't be afraid of paints mixing. Темный цвет, какой-то фиолетовый или синий или зеленый, это совершенно не имеет никакого значения, это будет только наоборот интереснее. А вот сейчас я хочу, чтобы вы
Now I want you to create your own version of picture, which you like, using even a finger or a brush. I advise you to make the picture dark and deep, or just follow me. Put yellow, orange, green dots, wiping brush when you change the color. Довольно насыщенным, ярким, сочным. Теперь беру оранжевый цвет. И обратите внимание, что прежде чем занырнуть в баночку с краской, мы всегда кисточку протираем, чтобы наши краски оставались максимально чистыми. Именно вытирая кисточку, мы это сможем обеспечить. И вот опять я вытираю кисточку. Сейчас я возьму зеленый цвет. И также наставлю точек зеленого цвета. Причем обратите внимание, как много, как pay attention that I use a lot of paints to make the picture deep and alive. А вот сейчас кисточку я вытираю, просто откладываю ее в сторону. Ну и, пожалуй, мне не обойтись без плясок по листу. И я начну свои пляски с желтого цвета. Ну вот мне так хочется. Я прямо постукивая раздаю вот эти вот. Then we connect the dots by closing all the empty places with paint. Заныриваю также в оранжевый цвет, и весь фон, обратите внимание, что он становится таким, как будто бы осенняя полянка, куда нападало много листиков, ветер дует, вы идете по этой полянке. During this process, you can imagine autumn views, falling leaves. Если вам удается вот это ощущение, вот вспомнить этот вкус, этот цвет, значит, у вас очень хорошо развито воображение, и значит, вы легко можете создавать вообще все, что угодно, потому что от нашего внутреннего настроения, от нашего воображения очень много можно создать интересного всего. Также точно я иду дальше по зеленым точкам, стараюсь не оставлять пустых мест. Вот посмотрите, все пустоты я перекрываю краской. Если у вас краски мало, вы можете просто. If the paints are not enough, you can add them. И заполняю весь этот рисунок. Отчасти это можно назвать хулиганством, но это у нас будет непосредственно очередной фон, поэтому не бросайте, а то может кто-то скажет, о, это опять известный нам дизайнерский фон, и я его делать не буду, не хочу. Нет, это совершенно другое, я вас прошу, если вам не хочется это делать пальчиками, хотя именно вот эти тактильные ощущения позволяют еще лучше проникнуться вот этим сюжетом и создать какой-то свой неповторимый фон, он будет интересным, очень необычным. Может быть, кому-то хочется добавить. If you would like to add some color, please do it to create your own picture. И здесь вы можете просто творить, создавать именно так, как вашей душе угодно. Ну вот у меня такое решение, такой фон получается. Открепляю его от скрепочки. Заполняю тоже пустоту, и вот
Он готов? Можно его посмотреть, как он будет выглядеть в рамочке. Но напомню, что мы с ним не закончили, точнее фон мы выполнили, а дальше мы будем работать уже над сюжетом на этом фоне. Вот такая вот у нас получилась с вами красота. Откладываю рамочку, откладываю чумазый листочек, подставляю сюда чистенький. И мы сейчас будем с вами продолжать. Так, наш дизайнерский осенний фон давайте отложим пока в сторону. Now we take the first sheet, white edge up. Подсох самый первый, ставим его вертикально, белый вот этот цвет, который у нас с краю был, да, когда мы вот таким вот образом рисовали. Теперь мы этот белый край ставим вверх, а внизу у нас зеленый. Возьмем кисточку, даже не знаю, какой лучше, наверное, вот такую кисточку среднюю давайте возьмем. И начнем с того, что мы создадим с вами вот такой. Let's begin from creating a tree trunk by a medium brush. Вверху у нас будет веточка уходить. Внизу будет еще одна веточка, довольно-таки толстенькая, такая объемненькая веточка. Ствол мы видим тоже. We will paint only one part of a trunk. За пределами, не вошло, можно так сказать, в наш сюжет. А вот сейчас можно взять, ну, вот эту кисточку, давайте вытираем. И берем кисточку, обычную нашу круглую маленькую кисточку. Опять беру коричневый цвет и прохожусь, добавляю уже более тоненьких веточек. Для того, чтобы краска хорошо рисовала, можно прихватывать чуть-чуть. You may water down the color if it is necessary. Воды на кисточку, добавляю в краску. Я не люблю заниматься размешиванием и прочими какими-то забавами с красками, как это бывает часто на всевозможных занятиях по правополушарному рисованию. Я всегда пользуюсь новыми красками и вам рекомендую это делать, во всяком случае стараться, чтобы они... I advise you to use wet paints. Такой набор стоит 120 рублей, а кто-то говорит, что еще и дешевле, то есть ли смысл по 100 раз? Намешивать там какие-то, делать такие манипуляции, если краски свежие. Так. Кисточку then wipe the brush and take sand color. And shine the trunk with it. Немножко подсвечиваю ствол. Когда мы проходимся вторым цветом по стволу, по веточкам, у нас сразу же работа из формата плоской начинает превращаться в 3D. Мы можем подсветить, подтемнить и благодаря вот этим манипуляциям с цветом у нас сразу же начинает приподниматься и создаваться объем. Сейчас я на эту же кисточку. Then, using the same brush, please add white color on it.
беленьких штрихов. На веточки и на ствол. Вот такой уже интересный рисунок у нас начинает с вами получаться. Пока пусть дерево посохнет, а я на эту же кисточку. After brush wiping, I take black color. Черный цвет многие не любят. If you don't like this color, you can use dark brown or another one. Черный цвет заменить, ну, к примеру, на песочный, потому что то, что сейчас будет происходить, в принципе, можно сделать черным, коричневым, песочным, высветлить слегка. Но я вот буду это делать цветом черным. Итак, что же я буду делать? Сначала я рисую вот такую вертикальную полосочку. Draw a vertical line. Полосочку можно поделить на три отрезочка. Там, где it may be divided into three parts. Мы рисуем кружок. Then draw a horizontal oval at the top. Овальчиком, только не вверх, не вертикальным овальчиком, а горизонтальным. Кто-то уже может начинать догадываться. Дальше рисую две вот такие антенки с двух сторон. И эти антенки аккуратненько. Then draw short lines on both sides and make ears. Ну, сейчас, мне кажется, для всех стало очень очевидным, что же это мы такое с вами создаем. И следующим шагом мы с вами сделаем вот что. Наш котик будет иметь такое тело, прямо как неваляшка. Draw the body. И мы его просто закрашиваем. Не делайте сильно тонкую такую талию, чтобы у вас не получился котик как снеговик. Или как изящная принцесса. Такого делать не нужно. Мы слегка просто сохраняем вот этот вот эффект изящности нашего котика. И внизу мы сразу пририсовываем вот такой вот хвостик. Don't make a thin waist so as not to get a snowman or a princess. At the bottom, we immediately draw the tail. Будет еще один котик. Второй будет, ну, наверное, давайте мы его сделаем поменьше. И покажу я его вот таким вот образом. Оп. Видите, такая волна ушла влево. Вот здесь будет голова. А вот дальше у нас пойдет. There will be one more smaller cat. Выступать. Оп. Draw a wavy line on the left. Then draw a head. Похоже на что, даже не могу представить, если не могу сказать на что. Какое-то, в общем, что-то пока непонятное. In your opinion, it may seem a bit strange. Пока что-то непонятное здесь у нас происходит. Но, тем не менее, мы продолжим. И вот сюда у нас пойдет лапочка. Draw a paw on the right. Лапочка ложится. Мы сразу давайте покажем, где у нас ушки. Вот одна антенка. Draw the ears immediately. Антенка, вот они, ушки.
And only when we draw a tail with you, it will become clear who is in the picture. Our second cat lay down on a twig. Then, after brush wiping, we shine with white color our cat's sides of body, tail, paw, which are on the light, adding a shine effect. Второго. Прям подсвечиваем с краю, добавляя вот этих вот эффектов блеска. На хвостик, конечно, тоже. На лапочку. И вот сейчас уже переходим к самому тому, что нам будет демонстрировать в этой работе осень. А осень у нас, кстати, вот именно сейчас тот момент, когда после черного цвета стоит помыть кисточку. Wipe the brush from black. И сейчас мы берем желтенький. Take yellow color. И наставляем. And point a lot of leaves at the top. In the direction of the twigs below. Листиков, которые будут находиться у нас сверху, а также где-то веточки, возможно, будут сюда спускаться, и поэтому листва здесь будет образовываться, где-то внизу даже добавим. Следующий цвет я беру оранжевый. Then we take the orange color, and next to the yellow leaves, we completely put the paint without filling the space, leaving white color. Оставляем вот этот белый цвет, тот, который у нас там есть. Пусть будет ярко, светло. Просто наставляем вот таких шлепочек кисточкой. Leaves should not be viewed separately, so we draw them with white spanking, mixing different colors. Естественно, у вас не будет читаться по отдельности каждый из этих листочков, но тем не менее мы с вами это множество создаем такими отдельными пошлепываниями. И вот где-то, видите, я и зеленый вплетаю, и опять же желтенький, и у нас появляется такая красивая золотая осень. И чтобы зафинишировать эту работу, можно взять кисточку нашу маленькую. Я надеюсь, что у вас есть что-то подобное. To finish our work, I use liner brush for thin twigs drawing. Please draw the thin twigs, barely touching the sheet with the brush without pressing. Веточки. Просто их прорисовываем, еле касаясь, не делаем таких продавливающих, жирненьких таких движений, очень изящно, аккуратненько создаем вот это вот естественное окружение для наших котиков, которые забрались на дерево на осеннее и любуются вот этой красотой, которую мы с вами создаем. Где-то можно
И внизу добавить веточек. Ну вот, первая наша с вами осенняя работа. Our first picture of autumn is ready. Look on it in the frame. Но прежде вспомните, что вот что у нас очень важно. Now let's remember one more important thing. And put a signature on the picture. А на самом деле у нас с вами очень важно поставить нашу подпись, ведь это же наша работа. Only your signature will distinguish it and shows that this is your work and not someone else. It can be some kind of symbol or initial. Лучше вам покажу, как ставится подпись, вдруг кто-то еще не знает, чтобы уже вместе это сделать. Берем любой цвет, берем маленькую кисточку, ну, ту, которой вам удобно рисовать, и где-то в уголочке просто ставите свою подпись. Это может быть буковка, это может быть какой-то символ, какой-то, который вы придумаете, это может быть, могут быть инициалы, а может быть вам захочется прямо подписать, написать. You can use any color for signature and put it in some corner of the sheet. Мы с вами ее закончили и возьмем второй. Let's finish our second picture. Ставим его также вертикально под скрепочку. И у нас будет с вами начинаться очередная осень. Так, для начала нам с вами понадобится средняя кисточка, щетинка, но после предыдущих наших художеств она, вероятнее всего, в коричневом цвете, да, если вот мы с вами коричневым цветом дерево рисовали, а коричневый цвет нам сейчас пока не нужен, поэтому... Please wash the medium brush, scrolling it in the water, and wipe. Слегка ударяя о дно баночки или ведерка, вот у меня здесь ведерко, у вас может быть стакан или баночка, прямо подкручивая, аккуратненько ударяя о низ баночки, мы ее таким образом промываем и обязательно вытираем. Когда мы вытираем, мы ее стараемся всегда сглаживать. Вот она у меня такая довольно-таки гладенькая, даже при том, что я ее при мытье вот покручивала вот таким образом. Тем не менее, когда я ее вытираю, я ее возвращаю в нужную мне форму. Я не люблю растрепанные кисточки, я всегда стараюсь кисточки, чтобы были вот такими гладенькими. А это достигается просто за счет этого вытирания. Так, и что же у нас с вами будет дальше? А дальше мы будем рисовать. Думаю, что же мы будем рисовать. И я беру на эту кисточку белый. Next цвет. We take white color. Вот смотрите, вот этот сюжет у нас будет как будто бы чуть-чуть в стороне. Я вот его недостаточно сместила в сторону, но тем не менее вот такой вот он у нас будет. И от вот этого нашего A light path will go from the central light. Внизу имеется вот такая вот как будто бы дорожка световая. Этой же кисточкой. Using the same brush or your finger. А можно, кстати, и не. Please take white color and refine the center of the white glow. И уточняю центр вот этого свечения.
белым цветом, а далее также беру желтенький цвет и создаю желтое. I'm drawing the yellow sun. А вот дальше, смотрите, какая у нас история должна появиться. Продолжаю работать желтым цветом, но только теперь я его беру на кисточку. Then take yellow by brush. Вот оно, солнышко. At the level of the sun, I put a mark on the right. С вами с правой стороны такую отметочку. From the mark, I draw lines on the sides. And continue left line as semicircle around the sun. Корочка в одну сторону, в другую сторону. Мы даже пока не закрашиваем, мы просто намечаем. И дальше вот эта горочка у нас, смотрите, что делает. Она идет, опускается вдоль нашего солнышка. И дальше как будто обнимает наше солнышко. А вот сейчас я уже беру. Then we take more paint and put it on the bottom side with tapping movements. Чуть-чуть расширяя вот эту всю историю, но вот здесь вверху я стараюсь сделать очень тоненько. Вот не расширяю, просто кисточкой. Торцом кисточки я гуляю вокруг солнышка и наставляю вот таких вот шлепочек. Дальше на эту кисточку беру оранжевый Then continue with orange color a little lower. Продолжаю, делаю то же самое, но только уже пониже. Видите, что у нас начинает происходить? У нас вот эта горочка начинает расширяться. Дальше краску новую не беру, просто остатками этого же оранжевого цвета гуляю. I go to the left, narrowing to the edge top side with remained paints on sheet. Я создаю вот этот вот интересный такой эффект. Может быть, кто-то видел уже такие картиночки, очень интересные. Мне, признаться честно, самой очень давно хотелось что-то подобное нарисовать. И вот я решила такую работу поставить на этот марафон. Что еще здесь можно сделать? А, пожалуй, мы с вами вот что сделаем. Возьмем кисточку нашу маленькую, порисуем то, что у нас находится. With a small brush at the bottom, we will draw a tree. Думаю, что вы еще вряд ли догадались, но это дерево. И дерево у нас будет находиться на бережочке, как будто это такой водоем. Видите, от центра мы просто вниз рисуем. We draw the tree trunk at the top barely noticeably. Наш ствол будет подниматься куда-то туда в крону, но мы не прорисовываем жирно, мы просто делаем такие легкие прорисовочки. Дальше эти же веточки у нас будут расходиться в бока. Делаем таким живым это дерево, таким I'm drawing branches and the shore. Где-то мы можем сразу же и показать горизонталь, где находится у нас это дерево, прорисовав берег. На берегу у нас будут находиться листочки. Еще сейчас вот я взяла песочный Then shine the tree trunk and shore with sand paint. From the left side. Также подсвечиваю песочным цветом. Next we shine the trunk with white paint.
беленький цвет. Беленьким цветом прохожусь, подсвечиваю также с левой стороны, потому что у нас же отсюда солнце слева светит, поэтому мы подсвечиваем левую сторону. Внизу у нас будут. After that, we put both yellow and orange leaves below, along the water, and on the other side of the shore. И по воде будут уже плыть эти листочки. Также и желтенькие, и оранжевые мы берем. Где-то даже с другой стороны можем добавить этой красоты золотой. И вот сейчас я беру опять нашу кисточку, щетинку. Then, by medium brush, we show the crown of the tree in red, making it rich and bright, and go to the left around the sun. Нашу крону, делая ее более насыщенной, сочной, такой яркой, и мы добавляем в нее красных листиков, и точно так же мы не прихватывая новых, продолжаем движение по нашей вот этой вот тонкой, окутывающей солнце, удивительной кроне. Где-то можно, если есть желание, еще подбавить желтенький цвет. Using white color, I show highlights at the top of the tree. Подсветляю верх работы, верх кроны, добавляя белых точек именно по самой верхушечке вот этой кроны. Now we can wash the brush and without wiping I take white color, make it liquid and spray paint over the picture. И такая жидкая краска у нас будет очень здорово добавлять эффект. It looks like a snowstorm. Вот такой у нас может появиться белый. Белая такая дымка снежная. Накидываем вот этой белизны. Due to these white dots, the work becomes lively and pleasant to the eye. Настолько живой, настолько приятный глаз, что я только могу вас поздравить с тем, какой. Enjoy what a cool picture you have created, and don't forget to sign it. Не забывайте поставить подпись. Выбирайте где-то местечко для своей подписи. Choose a color that is combined with the colors of your picture. Try to make the signature in the same way you make on your other pictures. People will understand who created this amazing work. Let's see how it looks in the frame. Such an interesting picture. I had dreamt to draw this picture for a long time. I'm glad I tried it and drew this picture with you. It can be painted with both acrylic and gouache. Whether it is a tree of life or a tree of mood, as you call this picture, it will bring such emotions to you. Let's make the third picture. What will we draw today? Ну, почему-то вот у меня сегодня все работы.
Let's place the sheet vertically and use a thin brush. If you don't have one, use the brush you have. For example, using the medium flat brush, you can also draw the lines. Точнее, брызгала. И именно вот отсюда, если мы будем брать, то кисточка у нас будет рисовать длинненькие, тоненькие линии, так как нужно. Но у меня есть кисточка лайнер, поэтому буду я работать именно ей. И что же мы такого сейчас с вами поделаем? И вот еще, кстати, by the way, if you get a dark picture, like mine, use white. If it is light, use a dark color, such as brown, so that the lines are obvious and noticeable. Итак, поехали. У нас будет вот такая история. Где-то мы поставим такой неровный. Draw an uneven circle, and then thin lines will go to this circle. Сейчас пойдут линии, тоненькие линии. И вот, как вы видите, они идут в разные стороны работы. И, кстати, хочу вам сказать, что вам не обязательно... The number of lines doesn't matter. Это не важно. Главное, чтобы они были вот таких направлениях и примерно вот таким вот образом выглядели. А вот то, что мы будем рисовать с вами дальше, смотрите, какая здесь дальше интересная история. Нам нужно будет создать такие геометричные угла. I'm connecting them with curved lines. Оп. Оп. Делаем соединение. Между вот этими полосочками. И также дальше. I try to take paint often, and it should be liquid so that the stripes turn out to be thin. Если она очень густая, то, скорее всего, длинненькие вот такие вот тоненькие полосочки у вас получаться не будут. Вам важно, чтобы они получались. Наверное, да, порисуем. Я надеюсь, что у вас все получается. Мне будет очень интересно увидеть ваши готовые работы. Кстати, имейте в виду, что получить доступ к следующему уроку вы можете, если вы выполнили задание в этом уроке. И далее точно так же во всех последующих. Если вдруг... It will be very interesting for me to look at your work. As soon as you have finished this lesson, you should post these pictures in the section task. I check them, and then you get access to the next lesson.
If you don't like some lesson or cannot draw some picture, write in the lesson section comments. Please skip this lesson and give me access further. But I notice you that you should not miss a lot of tasks, because the certificate is issued only if all works are done. Очень много возникает вопросов, рисуете ли вы вообще. Ну, я уверена, что все те, кто у меня уже приходят на такие марафоны, то, скорее всего, занимаются не просто скачиванием идей, а непосредственно развитием себя. Тем более, что только при наличии всех работ я выдаю сертификат. Вы можете видеть, что у вас самым последним стоит среди уроков такой, тоже можно так его назвать, урок, но завершающий момент, когда нужно вписать данные для сертификата. И когда я выдаю сертификат, оформляю для вас, я, безусловно, проверяю наличие всех работ. Так, что же у нас будет дальше? Ну, я понимаю, что вы уже догадались, что мы с вами создали. Это у нас такая осенняя паутинка. Return to our picture. Паутинка, да, now we have an autumn spider web. Вот такой я спустила. But a spider web doesn't exist without a spider. Беру черный цвет и... So I let down the thread. Не знаю, не помню, как они выглядят. Примерно как-то, как-то по-своему я его вот, вот так вот нарисую. Будет голова, тельце. И next I take black paint. Кисточкой лайнера. I don't remember how spiders look, but somehow in my own way I will draw it. A head, a body. With a liner I will draw its legs. Может быть, 8, я так могу предположить, что их 8. Давайте 8 нарисуем. Две пары куда-то вверх смотрят. И две пары куда-то будут смотреть вниз. Вот такой у нас забавный паучок. Мне показалось, что эта тема довольно-таки интересная и очень будет подходить к нашему осеннему марафону. Так, на паучка давайте еще добавим бликов, а то у нас такой мрачноватый, темноватый, и мы беленьким цветом просто... We have such a funny spider. I found this topic very interesting, and it will suit our autumn marathon. Now let's add highlights to the spider in white, so that it doesn't look gloomy. И видите, как здорово вот эта кисточка помогает, она прям вот нереально спасает. You can see how great this brush helps. Поэтому, если у вас нет еще пока чего-то подобного, то, конечно, я рекомендую... If you don't have one, I recommend buying. Очень доступно. You don't need to buy expensive materials. I always use simple ones. Очень здорово помогает создавать такие интересные сюжеты. Ну вот. Вот, в общем-то, и все. Единственное, что, знаете, что можно сделать? Вот мне почему-то не хватает здесь... The picture is finished, but I would like to add some branches in brown and highlight them with white. Коричневый сначала цвет свежести, да, сказала, а сама взяла коричневый цвет. Вот такая вот, да, я беру, рисую веточку. Дальше к этой веточке добавляю еще веточек, беру беленьким, тоже слегка подсвечиваю эту веточку, и вот сейчас уже можно желтеньким нарисовать листиков, которые будут здесь на переднем плане. And now you can draw the leaves in the front in yellow and orange.
также можно беленьким добавить на эти листики. And then add highlights to them in white. Вот такая вот у меня получилась работа. На этом все. Не забудьте поставить подпись. Don't forget to sign the picture. Choose a color that is combined with the color of your picture. You can look at the picture using the frame. Вот такой вот интересный получился сюжет. Я надеюсь, что все у вас получилось и I hope you enjoy my training. Попробовал шарный тренинг, будет полезен, и вы сможете при необходимости не только нарисовать сами, но и порисовать все эти сюжеты, как с участниками своих собственных занятий, которые вы проводите, так и со своими близкими, с детьми, потому что очень здорово у детей тоже получаются такие работы. Потому что они, во-первых, несложные, да, очень простые и всегда очень позитивные. You can make these pictures both for your studio or for painting with children. Thank you for your attention.